вопрос. Ну, так как многодетная семья, во-первых, мы хотим, чтобы вернули нам определенную плату, не такую бешеную, льготы, чтобы вернули. У нас все льготы убрали. Обещанные земельные участки, чтобы вернули. Сколько у вас? У нас трудно. И все будет? Нет, мы еще за это платим. А что это, компенсации есть? Нет. Сначала было с этого года было питание бесплатное детям, и то только был завтрак, обед. Александр Валерьевич! А вы пытались как-то с администрацией? Бесполезно, к нему очень тяжело попасть, и он, во-первых, не слушает никого. Во-вторых, мы... Подходи! Подходи! Господин Сирокин! По поводу питания мы хотели узнавать. Нам сказали, не многодетным, а малоимущим. А почему? Ну, мы не малоимущие, мы многодетные. А почему мы многодетные? Не могут пользоваться этим. Родители. Как вы считаете, такие детские дома тебе помогают? Конечно, обязательно. Ребенка, возможно, не часто до власти. Ну, если через телевизор, может, включимся, а так в кабинет, то, что в кабинет, у нас все равно. Спасибо большое.